Понравился прошлый выпуск? Вы читали правила дорожного движения? Да, да, да. Я лично в ответ. Кто-то прямает тротуар, потому что он прилегает к проезжей части, а именно к дачному проспекту, и отделен от него для зоны. Девушка, вы сейчас здесь наклейку получите и все. Только попробуй. Хорошо, клей уже. Только попробуй. Попробую. Хорошо. Ну все, вы приехали, да? Ну ладно. Пускай будет наклейка. Поехали, Поехали, покатаешься. Ну ты мне поедешь и объяснишь, где мы тут машину сказал. Ну такой умный, клеит, клеит. А ты кто, судья, чтобы при этом выносить решение, что он не прав? Успокойся. Чё ты сейчас народ будет, чё? Один на один, давай. Ситуация в чём? Если человек живет, условно говоря, в этом доме, в том доме, он заранее выбирает маршрут. Я живу в доме, да, куда тоже сложно проехать. Я выбираю, у меня, допустим, нельзя проехать с одной стороны. Я проезжаю с другой стороны. Ты прогуляйся, если вы вообще не разговариваете. Я хочу с тобой пообщаться. А я жажду с тобой пообщаться. А ты ко мне что идешь? Я к тебе не иду. Я тут хочу постоять. Постой, это мой пешеходный тротуар. Я тебе говорю, постой в другом месте. Я хочу здесь постоять. В другом месте можно стоять. Я уже что-то позади. Отойди туда теперь. Теперь я хочу здесь постоять. Здесь могу стоять? Верни. А здесь? Пешеход. Слушай, я помню. Я пешеход. Проходите, я стою на пешеходе. Нет, я хочу так пройти. Нет, я хочу вот так пройти. А что ты вдруг приклацаешь? Я вас вообще не трогаю. Мы уже прошли. А я теперь туда хочу пройти. А я же пешеход. Туда. Я же делаю, что хочу на пешеходном тротуаре. Чего от меня выходит? Да. Никитосик, топтание газонов ему еще применируем. Ну где доказательство, что мы здесь не правы? А где доказать, что вы здесь правы? Ты наклеил, ты доказал, что вы правы. Ты уже наклеил, ты свое показал. Ты докажешь, что прав, я поговорю. Да. Если ты наклеил, ты доказал. Ну так ответь за свое доказательство, что ты прав. Вот ответь. Да. Ну вот ответь. Ну. Вот ответь за свои слова, вот это. Наклейку ответь. Кто наклеил? Вот. Это тротуар, мы вам уже тысячу раз ответили. Живу? Что дальше? Ну что, так что вы гадите, если живете? Я гадю. Ну, ездите по тротуару. И что? А мне еще летать? Что? А мне летать? Вы знаете, иногда это самое, у некоторых туалеты не работают, но кто-то не выходит, не садится здесь. Почему? Ноги выходят и садятся? Да. Ну так вот, и получается, что как делаем, так и живем. Ну а как делаем? Как мне заезжать чего? Куда? Во двор. Да здесь так есть, он заезжает где-то оттуда. Нет, там машина стояла, перекрыта была. Да ладно, что вы мне рассказываете? Грузили газель. Ну ждите тогда, ждите. Вот вы едете в Финляндию, да? И там такой шелк, что даже на поребрик 10 сантиметров поедете заехать. Пешеходы. Не-не-не-не-не, а то наклеечку получит. Ну вы что, блядь, с ума сошли, что за бред устроили? Я еду, блядь, домой. Почему я не могу попасть домой? Вот, тут был заезд за домами, объехать, пожалуйста. Нет, там не объехать, там тупик. Какой тупик? А к какому дому вы хотите подъехать? Никакого тупика, если вы живете здесь. Так по тротуару ездить нельзя. О, боже мой. А вы не гоните так! И никто, что вы мне указываете, должен ехать, никуда я не должен ехать. Если ты такой правовой подковы, блин, вот это ты вызовешь сотрудника ГИБДД. Что ты проверяешь? Ты нарушаешь, понятно. Что ты препятствуешь движению?
движению транспортных средств. Сколько раз вызывали? Сейчас структура слов как раз и разбирается. Замечательно. Потому что статью 12.30 никто не отменял. Идиотов как ты. Потому что если ты думаешь, что ты можешь давать условия остальным гражданам, ты ошибся страной. Вы нам платите. Тебе надо на Украину. Такие, как ты, ходят, да, и диктуют условия остальным гражданам. А здесь есть законодательство. Это, понимаете, это воспитание. А что вы здесь стали-то? Я не понимаю. Мне нравится. Все пешеходики посмотреть ходят на всякие красные света, на дебилов. Туда-сюда, со своими велосипедиками, со всеми делами. А у меня нет велосипеда, я не хожу на красный свет. Представьте себе, пока честно. Ну тогда уходи отсюда, блядь. Учи уроки дома, в чем проблема-то, я не могу понять. Зачем мне четырех ездить? Я просто, подождите, я же не клею вам никуда наклеечки. Вы свалите, и я поеду без нервов домой. Просто я не люблю такие штучки. А сейчас никто не снимает, я сейчас начну вас всех давить. Что? Нет, там все в тесто. Вы думаете, что вас не снимают? Ой, пиздец. Вам неужели заняться нечем? Найдите себе работу, блин. Зарабатывайте деньги, там, туда, сюда. Зачем? Как зачем? Зачем? Господи, идите лучше тогда убирайте бумажки, блядь, или собачье говно, это всех беспокоит, а вот эти машины им похуй. Понимаете? Собачье говно, вот это вот. Нет, парад, женщина.